вот выделена программа, выделены деньги на программу Минэкономразвития об укреплении дружбы между нациями. 50 лет, или чуть больше, прошло с легендарной речи мистера Лютера Кинга об, значит, реабилитации чернокожего населения в Америке, да, и привело это к, видите, к чему? У них черный президент, вроде все хорошо. Я только что недавно говорил о том, что вот латинские надписи в Лос-Анджелесе, тоже вроде все хорошо. Но, как есть такая очень мудрая поговорка, в реальности все не так, как на самом деле. Потому что, допустим, в Нью-Джерси, я буквально недавно видел репортаж из Америки, в Нью-Джерси есть улица, там в каком-то городе в Нью-Джерси, разделяющая черные и белые кварталы. Вот идет трамвай, вот по черному кварталу он идет, там одни черные. Проезжает эту улицу, разделяющую город на две части, и там все черные уже выходят, и садятся одни белые в этот трамвай. То же самое идет и в Лос-Анджелесе с латинцами, с мексиканцами. Вроде как все хорошо. Но вот это вот вроде, оно очень такое тревожное. То есть все понимают, все видят взгляды. Есть все-таки, ну, вот мы жили на Манхэттен-Бич, это район Лос-Анджелеса, на океане, где исключительно белые живут. И мы видели, что, я видел, что мексиканцы там в роли там, ну, помощниц по дому, по хозяйству, няни, там гуляют с детишками, они не живут там. Мне кажется, это победить, по крайней мере, на сегодняшний день, даже в такой развитой стране, как Америка, не удалось. В России мы находимся еще ниже на этом пути, на какой-то стадии, которая находится в диком совершенно состоянии. У нас это настолько еще неконтролируемо. И действительно, может быть, эти 7 миллиардов, я не хочу в этом случае, как вы от меня, наверное, ожидаете, ругать правительство в чем-то, делаются правильные сейчас шаги, в принципе, они правильные делаются, вот, и нашим правительством тоже. Они делаются правильно, но насколько это долго все будет развиваться и приведет к результату, если мы знаем, что уже 50 лет в Америке, да, этот закон, который уравнил черных и белых, и то мы видим такой худой мир. Очень худой. А у нас ну, есть надежда на то, что все-таки мы, опять я про русский, мы как нация, да, как, ну, как элемент, не знаю, социума, живущего на Земле, назовем это так, завуалированно, элемент социума, более прогрессивны, как это ни странно. Мы более адаптированы. Мы прошли все круги ада нашего общества. Мы прошли несколько строев политических, несколько ужасных войн, и мы более закалены. Допустим, а имея еще такой весомый козырь, как чужой опыт заокеанский, мне кажется, мы преодолеем это очень быстро. И, может быть, даже будем впереди в результате вот этой вот решения проблемы вот в этой ситуации межэтнических конфликтов. Мне кажется, что вот... Еще чуть-чуть, и мы даже будем пример подавать остальным.